Скажи, что творилось после матча? Вы собрались в кругу. Кто что говорил? Да ничего. В роли капитана говорил Стиль. Просто сказал пару слов команде, которые, я думаю, приведут нас в чувство. Ну, как капитан, просто сказал правильные слова. Я думаю, они отложились у нас в голове. И то, что произошло сегодня, забудется. Уже завтра будем готовиться к следующему туру. Для вас это трагедия, ну как ты считаешь? Или это нормально? Да, в этом нет ничего страшного, но типа, все команды проигрывают, все команды выигрывают, поэтому ничего такого нет. Мы вспомним Рубин, который радовался 4-1. Где Рубин сейчас? Такие же вопросы по поводу этой команды. Говорить про какие-то там празднования их после гала или еще чего-то я не буду, потому что... Ну типа, с одной стороны их можно понять, с другой стороны это смешно, но пусть порадуются. Потому что я думаю, что это будет первая и последняя сегодня победа их. А что смешного в их праздновании? Что тебе конкретно не понравилось? Ну, были лица, которые, в принципе, мне кажется, по матчу ничего такого не делали, но они показывали такие действия, как будто они весь матч сделали. Ну, просто для меня это смешно. Ладно, когда ты делаешь результат и показываешь, это как-то вкидываешь. Когда ты не делаешь результат, просто бегаешь по полю. Даже взять матч, у них ничего такого-то особо-то и не было. Ну, это просто смешно для меня лично, так их дело. Пусть сегодня гуляют, завтра у них будет игра, они проиграют.